22 февраля недалеко от Уфы на озере Ломоносовское состоялся очередной фестиваль любителей зимней рыбалки «Ледовое побоище 2014», посвященный Дню защитника Отечества и проводимый Республиканским рыболовным клубом «Агидель». Как всегда, на этот праздник собрались рыбаки разных возрастных категорий и профессий. Зарегистрировано было больше 100 желающих принять участие в соревновательной части фестиваля. А еще столько же, если не более, было болельщиков и гостей. Незаметно пролетели 3 часа, отведенные на первый этап соревнований, завершившиеся взвешиванием. Волнение и интерес, вызванные этой процедурой, можно было ненадолго притушить вкусным горячим обедом. Ну а после обеденного перерыва, которого у судейской бригады не было, дотошная и кропотливая работа арбитров определила 27 финалистов, которым предстояло вновь выйти на лед озера Ломоносовское, или, как его еще называют, Сосновое. Вот они, участники финала, для которых вновь взвивается сигнальная ракета. Днем значительно потеплело, что и сказалось на активности клёва. Ну а что касается Ильи Верейкина, руководителя славной когорты рыбаков из города Октябрьский, по нашим многолетним наблюдениям, отсутствие клёва как такового ему вообще никогда не грозит. А неподалеку от финалистов изрядный участок поверхности льда чуть ли не плавился под натиском участников соревнования по скоростному бурению. Внимание! Марш! Давай, давай, давай! Ветер пошел, давай, давай, давай! Ветер пошел, будем... Два шага! Он говорит, перекушу, а я... Что, может, перекур немножко устроим? Сейчас, нет, сейчас устроим. Я думаю, подольше перекур. На старт! Внимание! Решили не отставать от мужчин и женщин, для которых уже само желание принять участие в соревновании означало победу. Так и научусь. И, наконец, бурение на выживание. В этом состязании победителем будет тот, кто первым пробурит 10 лунок. Всем дано было пройти испытание этим ледяным марафоном. И тем приятнее сладостное чувство победы в полной мере, причем дважды, которое смог испытать представитель Бирска Виктор Пехтовников. А для тех, кто не решился принять участие в соревнованиях по скоростному бурению, была предоставлена возможность протестировать электробур от рыболовной компании «Рыбачьте с нами». Тихо! Не роняй!
вторая пошла. А тем временем заканчивается выделенный час участников финала. Подгоняют, поджимают последние минуты. Время неумолимо. Закончился второй этап соревнований. Завершающее взвешивание определит победителей и призеров фестиваля «Ледовые побоища 2014». Выносятся призы, предоставленные как постоянными спонсорами, так и новыми партнерами фестиваля. Надо отметить, что в этот раз призовой фонд составил 175 тысяч рублей. И как всегда, немного томительно волнующие ожидания перед церемонией награждения. Ну что, господа, подведем итоги ледового побоища. Внушительное количество призов нашло своих достойных обладателей. К радости не только самих призеров, но и всех присутствующих. Пасечник Сергей, 2003 года рождения. Фантом Ориджинал, длина 210, от магазина «Мечта рыбака» и сладким подарком... Трехкратный победитель фестиваля «Ледовое побоище», гражданин Российской Федерации, житель Республики Башкортостан, города Уфа, Ивкин Ярослав! С весом 446 грамм. Причем на них с отцом все время пристальное внимание обращается. Держит ли его отец удочку в руки, берет ли он ее в руки. На самом деле не берет. Этот парень сам находит рыбу и сам ее ловит. Молодец, Ярослав. Поясню, почему сертификат, потому что с размерами угадать очень сложно. По этой причине решил мироходы выделить именно сертификаты, и чтобы там уже на месте подобрать размеры. Верейкин, он постоянный участник фестивалей. Ну и чтобы добавить в его жизнь экстрима, с сертификатом на полет в аэротрубе от компании «Аэроуфа». Награждается медалью за второе место, сертификатом от магазина «Рыбачьте с нами». Жизнь спортсмена всегда экстремальна, поэтому вам тоже придется полетать в аэротрубе. Лобы. Первое место. Награждается кубком, медалью за первое место, сертификатом от магазина «Рыбачьте с нами». Молодцы! Рыбак, партнер клуба «Агидель». Молодец! Династия Пробасская. Кто-то бурит, кто-то ловит.
Когда маму-то привезет? Дело-то увлекательное. И сертификат на термобелье Блоха от сети магазинов «Мир охоты». За лодкой на лыжах. Ну и сертификат на термобелье. Машины есть? А у нас лыж все равно больше нет. Спасибо, можете сказать Александру. Все сразу отдай, что ты? Впервые на фестивале проводилась лотерея. Призы разыгрывались по номерам, которые были получены при регистрации. А выигрышных номеров было предостаточно. Сладкий подарок ты ему отдай хотя бы тогда, поделись. Очень радушные, всегда улыбающиеся люди. Я надеюсь, всем понравилось. Я смотрю, до награждения осталось большое количество народа. Думаю, что все остались рады.